Всем привет, ребят! С вами Македон Блей, сегодня мы с вами продолжаем проходить Dead Space, первую часть. В общем, мы с вами прибыли на какую-то станцию, и нам надо попасть в медкорпус для того, чтобы найти капитана и что-то у него взять. И там, кажется, живой человек, но это не точно. Пойдемте. Тише, все в порядке, Макой, он тут. Охереть, не встать. Бояться теперь нечего. Я знала, что ты придешь. Алло? Как и обещал. Я сохранила это для тебя. Я теперь могу идти. Макой сказал. Используй кинетический пистолет, чтобы перемещение или проскок ответ. К челноку. То есть прицелиться. Подобрать. Подожди, прицелиться, подобрать, и чё? А, ну прицелиться, подобрать, в смысле, кинуть нельзя. Окей. Только бросьте, я так и не понял как. Типа вот я целюсь. А, стрелять, всё. Всё? Всё? Понятно, разобрался. Офигеть. У меня с глазами ужас какой-то. Магазин. А чё мне магазин-то? Я же... У меня же нихера нету. У меня так же, как был 6800, так и есть 6800. Я ни хрена ничего купить не могу. А, ну, я понял. Это все это мне для того, чтобы я сделал вот так. На нахуй. Понятно, понятно. Чего? Поднимай схему, чтобы добавить предметы в список покупок. Что? Какие схемы? Что за схемы? В смысле? А! Огнемет. Схема получения за заказа оружия или что там сказать оружие? Блин, здесь сейчас... Ты хер ли ты закончишься? Айзек, ты там? На нас напали. Кендра исчезла. Только что была рядом. Не могу поверить, что потерял ее. Но сдаваться рано. Принеси мне X-капитана, и мы поищем Николь. Экипаж пытался перекрыть вход в реанимационное отделение. Взорви баррикаду, чтобы добраться до морга. Найди на медскладе глицерин. А в 0G-терапии возьми электроподушку. Это вниз по коридору. Черт, с такими помехами связь бесполезна. Так, теперь у меня есть бабло. Схема огнемета. Теперь у меня есть бабло, чтобы купить себе это штурмовой резак с синхронизированным зарядом и импульсная винтовка. Скорострельная штурмовая винтовка военного образца. Конечно же, тут не показывают урон, да? Мне кажется, импульсную винтовочку надо брать на самом деле. Купить, да. Все. И... Как мне теперь? Оружие менять? Красные иконки оружия означают, что патроны закончились. Кнопка оружия. 1, 2, 3, 4. Все понял. То есть один резак. 2, 3. Да это фигня. 50. Ага. Слушай, ну нормуль. А, стой. Давай-ка мы сначала все ящики осмотрим. Так, что? А, вот. Ага. Сюда. Так, теперь принять. Да. Да, я уверен. Отлично. Так, сейчас я секунду яркость подключу. Это темновато. Ты посмотрел видео, которое заснял, и я понял, что там это, оно... Ой, нет, не сюда. Сюда, что оно такое темноватое. Прям чуть-чуть, вот прям бы. Вот так вот. Нет, все. Чтобы получше было видно. А вот тут.
Так, стоять. А, ну ты не собираешься. У каждого оружия есть альтернативный режим стрельбы. Все оружие можно стрелять как в основном, так и в альтернативном режиме. А альтернативный режим. Ну что, идем попробовать. Ничего не понял. Пока спокойно. Человек. Слушай, смотри, а это типа их изучали здесь, видишь? Конечности вот эти. То есть походу они здесь, блять, проводили эксперимент. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Что? Какой режим карантина? Ага, вижу. А херли? А херли? Бля, пиздец. Иди. А я не понял. Какого хрена? Ай, херей, сзади. Так. Хуйню купил какой. Да уж, бля, не херать. Вон там, он взял. Винтовка какая-то беспонтовая вообще, по максимуму просто. Все. Попал. С второго раза попал. Блин, гад еще ползает где-то. Найти не могу. Внизу, что ли? Да, вон внизу. Охренеть, тут встать, конечно, слушай. Слушай, ну винтовка какая-то, ну хер его знает, блин. Блин, идеальное место для мочила. На самом деле. Сейчас, походу, здесь не бегут. Ну, естественно. Как же нахер неожиданно. Так, еще где-то. Перезаряжайся. Хуй ты встал. Охереть, сбоку. Охереть, спереди. Охереть, сзади. Оу, фак ю. Иди. Охренеть. Промахнулся, как так-то? Карантин снят. Так, давайте лавры все сюда. Ну где я? Пикаешь? А, вот вижу. Так, все, да, забрал вроде? Бога ради, что там происходит? Да не волнуйтесь вы так, доктор Кейн. Все образуется. Мне так не кажется. Стоит предположить, что источником проблем в колонии был обелиск. Вы можете предполагать все, что угодно, но не я. Обелиск – великая святыня, и вы это знаете. Пути Господни неисповедимы.
Ладно, завтра он будет у нас на борту, и можете исследовать его сколько угодно. Капитан, внизу гибнут люди. Они убивают друг друга. Это что, и есть та трансформация, о которой говорит юнитология? Доктор Терренс, чем серьезнее ставки, тем больше риск. А сейчас они высоки, как никогда. Это меня и беспокоит. Лёха. Так, хорошо, хорошо. О, что это такое? Подожди, я же могу так сделать, да? Он покажет, куда идти. Угу. Отлично, все забрал. Нахуя вот эту штуку? А, вот сюда, да, значит? Фу. Гадость какая-то. Пробирка, точнее. Ну, ты, думаю, бери, давай. Валя. Что-то мне здесь вообще не нравится. Так, ну-ка, дай-ка еще раз. Безряди. Что это такое было? Ничего. Помогите! Ради бога, помогите! Спасите! Иди опять, иди! Ай, хереть, эта штука метается. Ты понял? Ужас. Ждите. Да. Это херобура. Оу, у тебя башка пропала. Куда ты пьешь? Охренеть, ты спать, на нахуй. Трехочковый удар. Это что такое, младенец? Кто? Где? Слышал? Ты херня! Так, ну знаешь, не экономно с этой штукой у меня получается. Надо резак взять. Все же. С резаком получше будет. Я вот за этим, да, сюда шел? Термит, что ты подобрал, запросто прожжет эту баррикаду. Используй электроподушку как детонатор. Надеюсь, я смогу удержаться здесь. Я слышу, как сюда движется что-то большое. Физил, ты что, у меня здесь? О, нормальный силовой узел. Можно будет что-то апгрейдить. Мне это нравится уже. Так, это... Давай вот так вот, вот так вот. Так, немножко. А я ж, по идее... А я же, по идее, этих монстряк тоже могу тогда кидать. Где я? Что это такое? Давай, допс. А, подожди, это я типа на втором этаже отказался, что ли? Так, подожди. Ну, здесь там. Или здесь не... Нет, я теперь здесь не должен был быть. Все, я понял. Второй этаж. Нет, я здесь был, все правильно тогда. Хера непонятно.
Сука, где? Ну, блядь, нихуя себе! Охуеть, бля! Охуеть, кстати! Я понял, когда... Все, я допедрил. Получается, я когда пользуюсь вот этой херней, типа, чтобы замедлять, ну, время или двигать предметы, вот эта полоска полукруглая, она тратится. И это вот стазис вот это и есть. И вот эти херовины, на которые я сейчас подошел, типа, заряжают эту херню. Все, понял. Понял. Я понял. Давай. А ты не можешь одну часть пока поставить? Не можешь. Понятно, ну ладно. Давай сохранимся на всякий случай. Потому что жопу эту неохота проходить заново. Вообще никак неохота, блин. Сюда, я так понимаю, теперь. Да? Ну это глупо. Не, это сюда. А, оттуда я пришел, точно. Сюда, значит. Что за звук? Блядь, что за звук? Бля. А. Охренеть, не встать. Пиздец. Если ничего с него не выпало, да? Да нет, вот это подними. Ура. Нормально, он башкой там бился. Охереть! Что это было? Чуть отказалось, думал сверху. Закрыто. Силовой замок. О, открыто. Ну, бляха, бери. Так, отлично. Там внизу вы что-то нашли, да? Да. Кое-что нашли. Значит, тексты истины все это время. Я бы не сказал. То, что я видел, трудно назвать божественным. Мы должны принять это. Мы первые свидетели. Матиус никому не позволит спуститься к колонии. Пока не выясним больше, она на карантине. К черту Матиуса. Ему лучше, чем кому-либо еще известно, что это важнее всего. Важнее операции или даже компании. Думай, что говоришь. Там внизу умирают люди. Только бесполезные и неверующие. Но я верю. А ты, Теренс, веришь? Скажи. А, все, я допедрил. Это типа я мостик сделал такой. И проход себе открыл. Что это такое? Все, лучше себе оборудование. Давай, если мне никто сейчас не набросится. Короче, будем качать плазменный резак, потому что импульсная винтовка что-то говно какое-то. Так, значит, что это? А, типа я только так могу. Да ну давай, давай. Заряд взял. Ни хера себе! Сколько можно?
Ну конечно, тут стреляют. Да офигеть, не встать. Что это? Здесь. А! Ты херли. А я его начинаю. Неужто закрыто? Что здесь открыто? Что такое? Охуеть! Что это? Бля, подожди. В смысле? Ну, предварительный рюкзак полон. Да? Ты уверен? Ладно, я думаю, ты уверен. Хорошо. Сюда. О, fuck you. Где? Вот. Охуеть, кстати, здесь, сюда. Охереть, здесь нет прохода. Давайте, так. Ну? Ладно. Ни хера себе, сзади! Откуда сзади ты взялся? Ты стреляй так мне. А где этот хер? Блядь, ничего не пойму, где он? Да в смысле? Бля. Сохранение. Подозрительно, что здесь сохранение не к добру. Это сейчас походу вообще мочило жесткое будет. Принять. Тогда есть смысл сделать вот так вот и вот так вот. Так, хронометр, используйте канистры. Хорошо. А где они? Канистры. Ну? А где канистры-то? Я понять не могу. Ты видишь канистры? А, вот это что ли? Нет, не канистры. Это лампа какая-то разбитая. А канистры-то где? Или здесь их нету? Помни, в разных отсеках Ишимура можно настроить разное силу тяжести. В зоне невесомости твои гравиботы активируются. Какие гравиботы? Ты о чем вообще?
движение несемся, если вы можете спрыгнуть на поверхности. Сюда будет какая-то красная. Уже несемся. О, пробел это меняйте. Гаси. В смысле? А. Если получается, могу так путешествовать. Туда, да, могу запрыгнуть туда и туда, куда хочу, короче. Слушай, прикольно. Так, давай так сделаем. Так. Зона гравитации. Отлично, ты достал электроподушку. Теперь прикрепи к ней термит и цепляй все на баррикаду. Дерьмо, я слышу твари. Лезут по вентиляции. Береги себя, Айзек. Зона невесомости. Я так понимаю, там вот, вот там, там, блядь, где я? Нет, блядь, блядь, я забыл здесь. Нихера себе, нашелся. Тут мать что-то его. Ты ебануться, завали уже. Нихер бы что оставил, да? Оставил. И бля. А. А что такое? Я не понимаю. Так, подожди, вот так вот. И Ctrl, правильно? Ну. А в чем проблема-то? Блин, ты что такое? Ё-моё, я заблудился опять. Куда мне? Так, стоп, 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 давай сюда. Да, я понял. Подожди, нет, я не понял, получается. Нет, куда вот он говорит мне? Ебануться. Подожди, стоп, 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 стоп. Так, сюда же? Ну, естественно. Прикольное направление, конечно. Раз. Ну. Зона гравитации. Нихуя себе. То есть я в теории я здесь, наверное, не могу, да, так? Нет, не могу. Нифига себе. Ты хорош ты уже, а? Зона нормального давления. Я так не могу спрыгнуть. Ебать.
Что? Где? Вон. Где? О, вы кто такие? Ау. Охренеть. А что это было-то? А что мне с ними делать-то? Я нажимал. У. Что это такое было, блин? А где я сохранялся? О, здесь? Повезло хотя бы, что здесь. Пошли нахрен. Давай, дави, 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 дави. Ты... Да бля. Да хуй ты прицепился. Ладно, похер. Охренеть, встать, конечно. Пошли в жопу все. Шкеты, блин. На фейс этих, похоже, блин. Фейс чего-то там. Как это... Господи. Фу, фильм «Чужой», там же был вот этот фейсхак, по-моему, называется, который на лицо типа набрасывался и атаковал. Хорошо, ты прорвался. И заражал. Отсюда ты доберешься до морга. Помни, коды находятся на теле капитана. До морга? В пизду такие шансы, дай сохраниться. До морга еще так идти, блядь, ебнуться. Блядь. Так меня точно размотают че. Так, кстати, я эту штуку сделал вот сюда вот. Сейчас сгрузить вещи некоторые, а то у меня там все переполнено. Так, значит, смотри. Рюкзак. Загружена схема. Да-да-да, это все интересно. Рюкзак, значит, смотри. Золотой полупроводник. Так. Средний баллон. Воздушный типоволн, так, ага, стазисная батарея, плазменная энергия, энергия, импульсные заряды, импульсная винтовка. Что бы мне сгрузить-то? Ну, золотой проводник. Он мне не нужен. Да, пускай так будет, наверное. Так, а что я могу купить-то? Так, лазерная винтовка, защитный костюм второго уровня. Увеличит объем рюкзака и усиливает броню. Да? Покупаем. В этом есть смысл однозначно. Однозначно, стопудово, стопроцентно. Все однозначно. Так и сделаем, да. Что такое? Эскейп нажал, заметил. Красавчик, нафиг. Так, ну все. Пошли. Не, ну костюм конь. Конечно, такие стремноватые. Так, стоп, а вот плазменная вот эта херобора. И чё? А в чем прикол? А, типа, все, понял, типа он вокруг начинает шмалять во всех. Кто рядом, кто не рядом. Я понял. Не сразу допедрил, но допедрил.
Говорит старший медик Николь Бреннан. Ага. Передаю по общей связи. Давай. Нам нужна помощь. Не хватает людей, чтобы справиться со всеми случаями заболевания. Нам не сообщают, что происходит. Эти раны. У нас нет оборудования, чтобы их лечить. Боже. На стол его. Сестра, держите крепче. Господи. Конец записи. Нормально там написано. Это была Николь, да? Отсюда я не могу понять, когда сделали запись. Уверен, она где-то рядом. Да. Там нет никого? Нет никого. Блядь, сука, ползет, ползет кто-то. Ох. Чё за бешеный кот? Ни хера себе, тут двое. А, это... Бежим. Перебираемся. Хорошо. Так. А, отлично. Четко прям заебали. Так, аккумулятор. Значит, его надо куда-то вставить. Кому-то надо его вставить. Кислород. Кислород полон. Полон, да. Полон. Так. А, все, нашел. Так, где эта херобора? Там активно, музыкально мне. Погнал сюда. Так, вроде так все осмотрел, да? Так, вот сюда. Так, а здесь, вот здесь они. Отлично. Где? А, вот это маленькая херня. Не так уж страшно. Ух ты, а вот это ж пострашнее. Там файк под кого? Ты, мразь. Бля, пульки кончились. Херлик тут только живучий, а? Карлик. Ты кто? Да сколько можно? По ногам. А сзади, не херась. Бля! Так, что здесь подобрал вроде? Блин, офигеть, вот они это. Ну здесь прям их концентрат. Так как это госпиталь, по-любому всех сюда свозили. Меня кто-то слышит? Мое имя Эйлин Фиск, я только что проснулась, а вокруг никого нет. Я не знаю, что происходит. Почему? Почему они все ушли? Попробуй найти хоть кого-то. Если вы меня слышите, пожалуйста, заберите меня отсюда. Я слышу, как кто-то скребется за стеной. Охренеть, сзади, ты как вы не успеваете? Охренеть, еще один. Почему все? Погодите, я знаю вас. Вы знаете, заключенный в колонии, вы убили ту медсестру. Помогите! Кто-нибудь, помогите мне! Умоляю! Помогите! Ты же взял. Неинтересно. Так. Дичь какая. Дичь. А, я думаю, там монстряк какой-то здоровый. Эй, алло. Алло. Ух, твою мать. Ты видел? Что происходит?
Так, ладно. Смотрим, все, и движемся. Так, здесь кто-то был. Причем большой, судя по всему. И судя по тому, что здесь запись, скорее всего, я сейчас с ним буду сражаться. Записывайся, давай. А это означает, что будет либо босс, либо что-нибудь такое. Но я могу что-то правильно ошибаться. Так как я человек, все мы люди ошибаемся и все такое. Приступим. Бля, что-то... журнал, старший офицер под руки, доктор Кейн, запись. Меня очень тревожит то, что происходит в колонии. Аптечки. Уверен, это как-то связано с найденным убийством, но как именно, не установлено. Почти у 40% колонистов замечены признаки психического расстройства. Наиболее явные симптомы – острая депрессия, бессонница, галлюцинации. В случае насилия и убийств указывают на растущую паранойю. Доктор Мерсер предложил доставить нескольких больных на борт для обследования. К тому же психиатр колонии доктор Велланд признался, что не может объяснить происходящее и зашел в тупик. Мне не нравится идея привлечь доктора Мерсера, но сейчас необходим его опыт. Нам нужно решение проблемы. И как можно скорее. А мне нужен склад с аптечками. Что такое? Что за летучая мышь? Охренеть. Охренеть, твою! Блядская летучая мышь. Что? О, ко мне идет! О, как слышно. Это летучая мышь. Охренеть. Коды получил, все подходит. Слава богу. Я попытаюсь просмотреть записи капитана, а ты пока отправляйся к транспортной станции. Свяжемся уже там. Нужно разобраться, что, черт побери, случилось с этим кораблем. А то непонятно, что случилось. Охренеть. Но я думал, жестче будет. Чё-то мне казалось, что вот более жопная жопа будет. Где? Госпиталь. Как неожиданно. Чего? Сжимай мои соски? Что она сказала? Нихера себе! Бля, 8 боеприпасов уходит на эту мразь. Вонючую. Что за волк? Айзек! Одна из этих тварей пробралась в каюту капитана. Я сумел загнать ее в поврежденную спасательную капсулу. Так, ввожу коды доступа. Нашел борт-журнал. Что бы это ни было, все началось еще на планете, которую они расковыряли. Дрянь расползлась повсюду. Айзек, это не инфекция. Это инопланетная форма жизни. Ах, ты, кстати. Как-то я это не понял сразу. Да, у нас проблемы. Двигатели корабля не работают, орбита сужается. Немедленно отправляйся в машинное отделение. Я пока останусь здесь, найду, в чем загвоздка. Аптечка. Так, мы сюда идем, мы берем. Так, вот маленькую аптечку. У нас маленькая и большая получается. Так, надо обязательно сохраниться. Потому что это пипец будет, если заново все это проходить. Принять. Да. Так, ну давай, куда мне идти-то? Куда? Кто-то уронил что-то.
Бляха, муха, давай залазь. Глава 2. Интенсивная терапия. Завершено. Сохранится? Конечно. Что за глупый вопрос? Конечно, сохранится. Ладно, ребят. Что я предлагаю, наверное, на этом серию заканчивать. В следующей серии мы с вами продолжим искать, кого там нам надо, что там нам надо и все остальное. Поэтому, кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки. Благодарю за просмотр. Всем пока.